Всем привет, меня зовут Арсений Клиничев, я мозг, голос канала Энциклоп. И как вы уже поняли по названию этого видео, следующий месяц будет весьма активным и интересным. Для меня точно, для вас, надеюсь, тоже. Но, Арсений, ты же уже делал видео про финский. Разве это не означает, что ты уже знаешь этот язык? Ну да, действительно, я начинаю изучение финского языка не с нуля. Но это просто один из вот тех многих языков, где я когда-то что-то делал ради его изучения. И что-то я еще помню, но помню крайне мало. Всякие там китус, йолупуки, оленон, линен. В общем-то и все. Ну и кстати, то, что я делал видео про финский, означает лишь то, что я разобрался, как этот язык устроен. Но это... Из этого еще не следует, что я им владею или владел тогда. Тут разница такая же, как между знанием внутреннего устройства самолета и умением им управлять. Это все-таки разные вещи. Но, Арсений, ведь 2 года назад ты уже ставил над собой эксперимент, который назывался «Арабский за месяц». Неужели ты не хочешь довести это дело до конца? Довести свой арабский до достойного уровня? Особенно учитывая то, чем все это дело тогда закончилось. Я снял, но не выложил видео, как я говорю на арабском в течение 10 минут, но не выложил я его как раз-таки потому, что я там говорил крайне медленно. Что же касается вообще всей этой серии «Арабский за месяц», я понимаю, что сама по себе отдельно она вышла не очень сильно удачной, потому что я не добился тех целей, которых я хотел добиться. Знаете, вот когда я смотрю на тот эксперимент, который я проводил 2 года назад, я, конечно, думаю, ну я вообще чудной. Я действительно тогда не оценил ситуацию и не осознал, что я фактически сразу решил играть на очень высоком уровне сложности, вместо того, чтобы начать с чего-то более простого. Кто ж так делает вообще, а? Сейчас я хочу проверить, в состоянии ли я решать простые задачи, связанные с самостоятельным изучением языков. Если окажется, что с простыми задачами, в случае финского, все работает действительно довольно хорошо, то уже можно будет переходить к каким-то более сложным вещам и ставить себе более высокие сложные цели. Но, Арсений, неужели ты хочешь за месяц выучить прям весь финский? О целях я подробно расскажу в видео, которое выйдет в воскресенье 1 сентября, то есть в первом видео серии. Оно выйдет в воскресенье, потом следующее видео будет в среду, потом следующее после него будет еще в воскресенье, потом снова в среду, ну вы поняли. Вы знаете, как выглядит сентябрь? Сентябрь, если что, выглядит вот так. Так вот, видео будет выходить по средам и воскресеньям в течение всего месяца. Но я хочу, чтобы вы понимали, главная цель всего вот этого дела, финского за месяц, кайфануть. Ведь когда кайфуешь, все получается. Спасибо вам большое за внимание, ну и до встречи 1 сентября. Я сейчас так это сказал, будто я какой-то школьный учитель, который почему-то очень соскучился по школе. Как будто он прям хотел, чтобы отпуск закончился.